Разбирай, Дима. Это потом. Что, полегче есть, чтобы Дима тоже умеет? А, это же наш конструктор. Давай его тоже. Вот я новый достала. Новый? Да, новый. У нас 4 пачки разных. Подожди, а сколько у тебя, Дим, всяких игр-то? Сколько у тебя всяких игр? А играть не хочешь. Папа за тебя играет. Папа приходит и за Диму играет. Дима не играет. Ты не так, а то отломаешь. Вот так вот. Так. Пальчиками. Мелкая моторика. Мне сон сегодня приснился, как в магазин пошла покупать игрушки. И что-то их так много разных игрушек. И вроде все надо, надо. И папа закрывается. Ну и что, много купили? И что-то стал складывать, мешки складывать. Это возьму, это возьму, это возьму. А потом хоп, цена. Ой, что-то говорю, это дороговато. Ну, говорит, ну вы можете частями вроде кредит там взять, что-то тра-та-та. Я говорю, ну давайте, говорю, это частями, говорю, потом приду еще. Что-то там собрала. А тебе позвонила, там что-то огромная такая большая сумка. 10 кг, наверное, весит. Говорит, как я это понесу, зачем так много, что-то такое снилось. Это, наверное, перед покупками. Дима, аккуратненько. Так, ты так, пальцем смотрю. И вверху, смотри, дай я тебе покажу. Так берешь пальцем цветочек. Папе я нашла, что собирать. Смотрите, какой сложный. Давай. Да, папа, ты с ним потрудишься. Как сейчас думаешь, Дима, что у мамы? Сейчас Дима конфету соберет. Что у мамы? Откуда я знаю, там закрыто, ты не показываешь. Сложный, думаешь, уровень? Ну, наверное, сложный, раз написано сложный. Там же написано сложный. Да. Опа. О, верблюд. Ну, папа соберет. Давай сначала Дима конфету правда, соберет. Правда, со своими трясущимися руками. А потом папа верблюда соберет. Или тебя сегодня не трясутся? Да вроде не трясутся. Да, ну сейчас мы узнаем. Это что, Дима, это конфета, что ли? Нет. А где конфета? На пароход похож, кстати. Конфету собирай. И Дима, что-то. Ну, Дима, давай, папа, начинай. Так, ладно, Дима, давай я верблюда собирай. Так, а я сейчас покажу. А ты конфету. Вот смотри, Дима, вот смотри. Раз. Вот так. Потом вот эти треугольнички. Два. Синие? Три, да, синие. Синяя? Вот где вот. Синяя? Эти. А, синяя. Я думаю, не пойму, какой синяя? Ах, какой верблюда папа собрал. Папа молодец, Дим? Молодец? Мама тоже тут начала цветочек собирать. Да. Да, надо сломать все, да? Да. Да. Где? Чуть-чуть. Где? Собрал папа. Теперь мы папе даем. Ой, где она тут? Новенькая. Ты что делаешь? Язык смотришь? Ага. Дожили. То папа мышцы свои смотрел, любовался. Теперь папа любуется языком. Да. У тебя все нормально, нормально, папа? Так, ну что, давай что-нибудь еще? Ну, вот, придумала. Ну давай. Улиточку, что ли? Нет. Я собирала, нет. Цап-цап-цап-цап. Цап-цап-цап-цап. У него есть цапалки. Кто а, это? Рак. Рак? Ну, почти, но не рак. А еще? Не знаю. Ну, давай, давай. Краб. Правильно. Так. Да. Ну, сейчас папа, смотри, краб будет собирать. Угу. Тогда чуть посложнее. Что тут делается? Ты куда? Давай скажу. А на камеру надо было сказать, да? А ты снимаешь, что ли? Да. Ой, еще магнитики, что ли? А как они снимают? Ой, тут магнитики. Нет. А, липучки. Липучки и ножик. И где ножик, где? Ножик. Ножик. А где? Тут магнитик точно. Магнитик. Там ножик и режешь, и разрезаешь пополам. Как будто бы готовишь.